Шеф-повар Максим Григорьев. Маринованные вешенки. Предлагаю замариновать вешенки. Блюдо готовится совсем просто и быстро, а вы существенно сэкономите семейный бюджет. Ведь это намного дешевле, чем покупать в магазине уже готовые маринованные грибы. Огромный плюс еще и в том, что вы лично проследите за всем процессом и будете уверены в качестве блюда. Подавать маринованные вешенки можно как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления салатов. Время приготовления – 35 минут. Ингредиенты. Вешенки 1000 грамм. Вода 600 миллилитров. Лавровый лист 1 штука. Перец черный горошком 6 штук. Сахар 2 столовые ложки. Соль 1 столовая ложка. Уксус столовый 9% 3,5 столовых ложек. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для работы нам понадобятся вешенки, сахар, соль, вода, уксус 9%, черный перец, лавровый лист, чеснок. Шаг 2. 1 кг грибов хорошо промыть и нарезать небольшими кусочками. Шаг 3. В кастрюле соединить 600 мл воды, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 2 зубчика чеснока, 6 грамм рошен перца. Шаг 4. Как только вода закипит, добавить уксус, 3,5 столовых ложек, 1 лавровый лист, подготовленные грибы. Шаг 5. Довести до кипения и готовить под крышкой на маленьком огне 25 минут. Шаг 6. Немного остудить и переложить в банки. Маринованные вешенки готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.